Открытие недели детской книги состоялось в Центральной детско-юношеской библиотеке. Праздник длиной в 7 дней отмечают по всей стране с 1943 года читатели, писатели, библиотекари. Об истории его возникновения рассказали на мероприятии серпуховским школьникам сотрудники детской юношеской библиотеки. Малыши узнали также и о том, что в 2019 году отмечает свой 95-й день рождения журнал «Мурзилка». Ребятам показали, как выглядели первые выпуски этого издания и как менялся его символ. С напутственным словом выступила директор 9-й школы, депутат городского совета Елена Головина. Чтение – вот лучшее учение. Наверное, эту поговорку вы слышали, да? Не один раз вам говорили и родители, и учителя. И действительно, лучшие друзья наши – это книги, да? Тоже слышали такую поговорку. Без книг, без чтения ни один ребенок не сможет вырасти образованным, культурным, информированным человеком. Поздравили юных читателей и сотрудников библиотеки представители местного отделения партии «Единая Россия», а также директор Серпуховской централизованной библиотечной системы Ольга Михальцевич. В подарок были преподнесены книга «Великие россияне» и картина, которая украсит один из залов библиотеки.